Воспитание артиста с первых шагов на сцене. Почему я такой мастер-класс придумал? Я думаю, что я такой не единственный человек в этой, в нашей педагогической и творческой среде. Но мне есть чем поделиться. Первый шаг на сцену – это либо триумф, либо поражение. С таких слов началась встреча Сергея Войтенко с преподавателями и воспитанниками музыкальных школ и детских школ искусств в Одинцовской библиотеке номер 1. Заслуженный артист России, вице-президент Международной ассоциации баянистов и аккордеонистов, композитор, музыкант и автор-исполнитель поделился секретами успешного выступления. Артист – это самое главное, на мой взгляд. То есть, что мы должны в него вселить понимание и дать ему весь комплекс вот этих вот навыков для того, чтобы он ими мог воспользоваться не только в музыкальной жизни, но и в обычной жизни. Артистизм очень важен для самореализации во многих сферах. Взаимоотношениях, бизнесе, общественной деятельности. Сергей знает об этом не понаслышке, поскольку сам является депутатом Самарской губернской думы и имеет огромный опыт публичных выступлений. После мастер-класса рассказал о ключевых навыках общения с аудиторией. Очень важно, когда ты не только понимаешь, что ты играешь, да, но и важно передавать эту эмоцию на лице, потому что глаза – это зеркало души. Правильно? Так же нас учили. Может быть, ребята еще не знают. Говорим, глаза – зеркало души. То есть все, что у вас в глазах, значит, у вас там, внутри. Выход на сцену, читка с листа, подбор по слуху. Чтобы артист развивался быстрее, нужно работать над этим в комплексе. Преподавателям тоже дал несколько советов. Делать процесс обучения максимально интересным и активным, и не забывать поощрять учеников, даже взрослых. Эмилия Аракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».